Пилотируемый корабль, названный именем Юрия Гагарина, отправился в пятницу на МКС в преддверии 60-летия первого полета человека в космос. Он доставил на орбиту космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта НАСА Марка Ван де Хая. В связи с предстоящим юбилеем на обшивку корабля была нанесена надпись «ЮА Гагарин», которая стала видна после выхода аппарата в космос. Российским космонавтам предстоит проводить модуль «Пирс» и встретить на станции многофункциональный модуль «Наука». Для подготовки его стыковки им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65 будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме.